Встретились однажды на лесной полянке зайчонок и медвежонок. «Эй, медвежонок, давай играть!» – прокричал зайчонок в самое ухо медвежонку, прыгая от нетерпения на месте. «Давай, а во что мы будем играть?» «В догонялки! Я чур убегаю, а ты догоняешь!» Начали зверята играть. Да только ничего у них не вышло. Как ни старался медвежонок поймать зайчонка, ничего у него не получалось. «Так нечестно, ты слишком быстро бегаешь!» «А ты пошевеливайся быстрее, что ты ползаешь, как черепаха!» Расплакался медвежонок от обиды и домой ушел, а зайчонок дальше по лесу побежал. Прибежал он к речке, а там бобренок с барсучком замок из песка строит. «Ух ты! Какой замок! Я тоже с вами строить буду!» — воскликнул зайчонок. «Строй! Только сначала тебе нужно воды из речки принести, чтобы песок намочить!» — ответили зверята. «Вот еще! Я лучше башню вот эту поправлю, а то она у вас кривая какая-то!» С этими словами зайчонок ткнул самую большую башню лопаткой, и она упала. «Что ты наделал? Уходи от нас, мы не хотим с тобой играть!» «Подумаешь, не очень-то и хотелось, вот вам за то, что вы такие!» И зайчонок прыгнул в самую середину тщательно построенного сказочного замка, а потом побежал дальше по лесной тропинке. Тропинка вывела зайчонка прямо на поляну, где веселились зверята, ученики лесной спортивной школы. «Эй, а во что вы здесь играете?» «Футбол. Хочешь с нами играть?» «Тоже мне игроки нашли. Смотрите, как надо!» Зайчонок выбежал на середину поляны, оттолкнул енота, ударил лисенка, сделал подножку бельчонку так, что тот упал и кубарем покатился прямо в кусты репейника. Затем зайчонок схватил мяч и побежал к воротам. «Ты что маленьких обижаешь?» – закричал волчонок. «Уходи, мы не хотим с тобой играть, а то как нападам сейчас!» Зайчонок испугался, бросил мяч и убежал в лес. С тех пор стало зайчонку скучно и одиноко. Никто не хотел с ним дружить. Все звери или убегали, или погоняли зайчонка. А он только хорохорился и говорил, что ему и так никто не нужен. Но вот однажды зайчонок в одиночестве гулял по берегу реки. Не заметил на пути кочку, споткнулся и полетел прямо в воду. «Спасите, помогите, тону!» — закричал зайчонок, ведь он совсем не умел плавать. Зверята услышали крик зайчонка и всей гурьбой бросились ему на помощь. Они вытащили его из воды. Зайчонок попросил прощения у каждого, кого когда-либо обидел. Зверята простили зайчонка и стали дружить с ним. А зайчонок никогда никого больше не обижал. Он стал делать только добрые дела. Задумался зайчонок. «Что же я все зверят обижал? Они вон какие хорошие. Меня в беде не оставили. Спасли от гибели». Суть сказки этой такова: жестоким, грубым быть нельзя. Представь, что все такими станут, а ты вдруг в речку упадешь. То кто тебя со дна достанет? Ты где спасателей найдешь?